В Актюбинской области в селе Кенкияк на канализационно-насосной станции произошел хлопок газовоздушной смеси. Сильнейшие ожоги получила 48-летняя работница практически всего тела. Ее экстренно доставили санавиации в областной центр. Все произошло вчера, уже поздно вечером. По одной из версий, сотрудница зашла на станцию с сигаретой. Это и спровоцировало хлопок. Но почему опытный оператор, зная, что в закрытом резервуаре накапливается метан, могла допустить такую халатность, выясняют. Женщина получила 95% ожогов. Предварительная причина ЧП – несоблюдение мер безопасности. Сейчас станция работает в штатном режиме. Поступила информация, что на КНС получила ожоговые раны женщина 1975 года рождения. Это оператор, которая работает уже не первый год. Сама станция принадлежит КГП Кенкияк СК. Ночью пострадавшую доставили в областной центр.